Традиционные республиканские соревнования по академической гребле «Весенние грачи» открыли сезон соревнований на воде одной из лучших гребных баз Европы и Беларуси – Брестского областного центра Олимпийского резерва по гребле. Порядка 300 спортсменов 2000 и 2003 годов рождения вышли на старт отборочных состязаний. Сюда приехали спортивные школы, их порядка 30. Привезли своих лучших спортсменов, которые готовы на таком достаточно высоком уровне и будут показывать результат. Особенность академической гребли – длина дистанции. Независимо от дисциплины, а их у академиков несколько десятков, она всегда остается неизменной – 2 километра. Первыми на водные дорожки вышли юниорки на гандикап для лодок-одиночек. Для спортсменов это возможность отобраться на соревнования более высокого ранга, а еще выполнить главную тренерскую задачу – показать уровень своей подготовки. Чтобы мы выложились по максимальному на отборе и в финале на отбор на Европу. Хочешь, чтобы все поучаствовали в них и показали, на что способны за этот год, к чему он нас натренировал и какие он у нас вложил силы. Я занимаюсь уже 3 года греблей академической. Тренируюсь, стараюсь, хожу на все тренировки. Для меня эти соревнования отбором на Европу являются. Соперники достаточно сильные, будет тяжелая конкуренция, будем стараться. Турнир «Весенние грачи 2018» квалификационный. По итогам финальных заездов во всех дисциплинах определятся участники предстоящего чемпионата Европы по гребле академической среди юниоров. Мы надеемся, да, что из этих спортсменов вырастут чемпионы мира, чемпионы Европы, естественно, олимпийские чемпионы. К этому мы стремимся, и это будет главная задача этих соревнований и следующих Кубка Республики. Ну, это все, да, это, конечно же, наш резерв. Соревновательный сезон на Брестском гребном канале открыт. Совсем скоро эстафету подхватят байдарочники и каноисты. 3 мая здесь стартует Кубок Беларуси и республиканские соревнования памяти защитников Брестской крепости. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.